Сегодня это большой праздник. День государственного флага. Праздник для всех. Символ государства. Отмечен. Традиция каждого государства. Наш флаг. Наш атрибут для государства. То, что украшает государство. То, что сегодня каждый день рождения сталкивается с нашим государством. Каждый бывает, как все, особенно новое поколение, что особое место занимает государственное символ, независимо от Украины. Поэтому я скажу, что сегодня мое отношение к государственному флагу настолько ответственно, что я не понимаю иногда, когда ее абсолютно полно, я не понимаю, когда отдельные политики, общественники, бизнесмены, достижение каких-то своих целей, зачастую эти ваши или просто такие цели, используют государственную силу, перекрывают улицы, как это было совсем недавно в Одессе, штурмуют прокуратуру, государственные планы. Понимаете, что просто абсурд. Просто абсурд, когда государственные планы и государственные силы, двери открыты, и улицы митинги. Перекрываются улицы, когда украинцы такие же приезжают домой, как это было на Геройце. Скорую помощь отпустили женщины, человеку было плохо. Женщина чуть не родила в Украине. Пожилому человеку стало плохо. И спросили вот эту помощь. Почему вы подняли флаги государства? Зачем вы рассказываете? Что такого произошло? Половина была людей, привезенных даже не с территории Украины. Они не знали, почему. Вот такое неуважение к государственным силам, я считаю, что нам необходимо пресекать. Нам необходимо учить людей. Нам необходимо разъяснять. Это очень важно. Любовь к городам, любовь к своей стране, любовь к государственным силам. Надо не только словами говорить, но и поступать. Уважительное отношение. И сегодня войне не принято. Скажу, сегодня я буду говорить. В общественном собрании, посвященном Дню независимости нашей страны, 26-й будущий, обязательно скажу о том, что в день государственного флага не произошло то, что должно было произойти, а я ждал, что все-таки компания «Кодор» одумается и наконец-то снимет флаги, которые выше всех государственных флаг в нашем городе на их высотке, флаги, рекламирующие компанию «Кодор». Я обращаюсь уже на протяжении 3 лет поменять флаги на государство. Назовите мне, пожалуйста, вы молодые люди, патриоты страны, вы работаете журналистами, вы даете информацию, формируете общественное мнение. Назовите мне, пожалуйста, страну или город, в котором еще это возможно. И когда это пытаются перевести в ракурс выяснение отношений каких-то. Никаких отношений. Мы не выясняем отношения. День государственного флага. Хотя бы в день государственного флага. Я не говорю, что это повседневный день. Идите суд. Вы пойдите, поедете на Большой Ром, где построена новая высотка. Вся улица в государственных флагах. И только в одном доме государственных флагов нет, флаги рекламирующие компании. Это что, отношения? Отношения к стране инвестора, как он себя называет? Я считаю, что необходимо обращать внимание на другие детали, а это совсем не это явно не уважение отношения своего превосходства. Я думаю, что он будет так уметь. Я думаю, что все-таки после этого и сегодня буду просить обращаться, требовать того, чтобы этому в нашем городе. А так, в целом, отсюда праздник. Ну, вот вы видите, праздник для... Мы в нем говорим о наших успехах, о наших достижениях, о том, что мы сделали по пути формирования нашего относительно молодого государства. Мы должны в этот день говорить о тех, может быть, недоработках, или о том, что еще не получилось, ну и в том числе об ошибках, чтобы впредь не допускать. Вот об этом все мы говорим, в том числе и праздник, акцентировать на это внимание всех. Может даже по сегодня, я не говорю, что специально, но недопонимается всем роли и значения государственного флага Украины. Мы не поняли. Поняли, как зарабатывать деньги, выкачивать, то есть устраивать парки скверы, вырубать деревья. Но как уважать
страну, ее символ. Мы научим. Научим. Все вместе научим.